play in Milano a serious game. We bounced back after a loss in Barcelona and also after a loss against Loco. So we're looking forward. We decided to come directly from Milano though to San P and reduce a little bit the traveling, because on the other hand we should go to Moscow and from Moscow again to San P. So at least to jump out or one trip. The players are in a good mood, and we're going to make the last, actually not the last, because also tomorrow morning we're going to have a shooting around, but one practice over here to try to analyze it. They're a very serious team, they're a very dangerous team, they have everything, they have the enthusiasm, the athleticism, they play definitely good in their transition game, because they are actually scoring more than 50% of their points at a production of their transition game, which is a primary secondary break and individual situations. They have long range shooters, all of them. They can be a very dangerous shooter. Some of them are for sure Karashev, Kuric, Simonovic, etc. I mean, everybody, Harper, everybody can shoot the ball well. They do have inside game, they do have drivers with Voronov and the other guys that they can create the ball. They're a good team. Кольца помнят? Да, но я просто, когда выступал за «Спартак», и мы все матчи проводили в юбилейном, так что для меня, можно сказать, что более-менее это такой знакомый зал. Ну да, первый раз я видел жену, свою будущую, здесь, в этом зале. Ее заметил, можно сказать, там в перерыве, когда мы выходили между второй и третьей четвертью, как раз выходили на это кольцо и увидел. А в те времена, ну, «Спартак», «ЦСКА» здесь всегда. Когда мы здесь играли, здесь люди сидели в проходах. Всегда был полный зал. И всегда такая интересная атмосфера была. Но это, мне кажется, еще идет вообще там со времен Кондрашин, Гомельский и того противостояния. Вот. Сейчас уже другое. Сейчас «Зенит», сейчас новая команда. Понятно, что город, зал, все другое. Но «Зенит» — это новая история. Я думаю, что все, кто были в том году, все прекрасно помнят то поражение. Думаю, что, в принципе, мотивация автоматически уже. Если ты проиграл той команде, когда ты приезжаешь, неважно, проиграл ты дома либо на выезде, всегда тебе хочется отыграться. Поэтому, тем более, так досадно, когда мы там, можно сказать, что они не дали нам шанса, так сказать, даже зацепиться за победу. Поэтому «Зенит» здесь очень хорошо в том году сыграл против нас. Вот, поэтому от нас будет очень много зависит, с какой концентрацией мы подойдем с первых секунд на игру. Москва? ЦСКА! Скорее, Павлович, скорее.